Ребят, вы не поверите, куда мы сейчас едем. У нас в деревне люди организовывают праздник молодого вина. Молодого самогона. Ой, вина. Ой. Молодого самогона? А что? Праздник молодого вина. Спокойный. Мы едем сегодня на праздник молодого вина из сыра. С кучей детей, да. И я, кстати, за рулем, поэтому вино я сегодня пить, увы, не буду. Здесь как раз в этом поселке живет София. Мы приехали шумной толпой. Здесь уже очень много машин. Ты не хочешь резать сыр? В смысле? Я устал уже. Ты нормально? А я что, должна резать сыр? Ты тут главная. Нет, я не хочу резать сыр. Тогда Влад пусть режет сыр. Я? Да. В общем, здесь у нас большой праздник. Смотрите, сколько у нас вина. И главное, что это все домашнее, ребятушки. Все производится здесь. Ну как вино? Очень вкусное? Да. Я буду пробовать позже. Это вот хозяйка, организатор мероприятия. Для чего вам это, скажите? Делиться. Делиться чем? Делиться светом, добром, хорошим настроением. Основная цель сегодняшнего мероприятия, на самом деле, не столько вино, это повод, а благотворительность. А ну, куда это будут собранные средства? Это дом с маяком. Это, да, делают большое дело. Это дети, которых отказалась медицина вылечить, у которых есть только сегодня. У них не будет завтра, но сегодня они должны жить полноценной жизнью, радоваться. Мы хотим хоть чуть-чуть этот Новый год, который не может быть единственный, чтобы подарить им праздник, заплачу, подарки, нормальную жизнь. Где-то мне выжить. 5 миллиграмм на дециметр кубический. А крепость 13,5 градусов. С этого мы начинаем. С этого мы начинаем. А, еще раз повторюсь, это не про бизнес, это фан. Но, тем не менее, я предлагаю эту бутылку вам выиграть. 5 тысяч. Сначала деньги. 5 тысяч. 6500 рублей 2. 7000 рублей 2. 7000 рублей 3. Вот она.